Что бы в этой жизни вы ни делали, вы подыхаете, вы все подыхаете. Подохните, ты, трупы, все вы трупы. Приветствую, Амигос, снова вы, снова я, снова Дарк. Остановился в Железной Цитадели. Но пока что дальше не пойду, потому что... хочется, во-первых, реализовать то количество ароматных ветвей, которые я собрал в предыдущей локе. А это сраная куча. Где они там были? А во-вторых, хочется отомстить одному, сука, наглому боссу и еще более охеревшему фантому. Но все по порядку. Так. Во-первых, здесь сидит... Нет, во-первых, здесь есть счастливый обладатель ключа, до которого я, походу, отсюда ни хрена не долечу, я так понимаю. Попал, смотрите. О, как его надо было мочить. Могли тут на краешке кого-нибудь посильнее поставить. Так, я надеюсь, хоть ключ-то они не переместили. А то сейчас идешь, размораживаешь, а там бац, у него нет ни херашечки. Кстати, необычный лев стоит, он безоружный. Наверное, лев-шаман. Блять, вы видели мой этот папский бэкстаб? Ой, блять. Очень сильное и наглое животное, хочу сказать. Дважды читер. Во-первых, у него оружие непонятно откуда появилось. Во-вторых, он... Сука, падла. Бэкстаб мой не поймал. Каким-то раком. Во-вторых, сколько у меня вообще этих вид... это что за зачахшая хренотень? Увядшая. Значительно восстанавливает заряд заклинаний. Да, мощь. Так, где эти ветви? Одна осталась, ёптель. Сука, я думал, я их много собрал. Ну, вторую тогда, я думаю, что либо... нужно тратить здесь же на сундук, который тоже каменный лев прикрывает своей жопой, либо воспользоваться недвусмысленной подсказкой насчет того, что здесь где-то недалеко бродит тело Венгерала этого, от которого у меня пока что только шлем. Его вообще броня выглядит на экране, честно, как цыганские лохмотья какие-то. Такие, блядь, пестрые, красные. Броня Дранглика как-то хоть, не знаю, какие-то римские ноты хоть какие-то имеет легионера. Не-не-не-не-не-не-не-не. А у меня человечность-то есть? Ну-ка посмотрим. Ах ты, блядь! Сука. Ну, пидорас, блядь. Я тебя, сука, уничтожу сейчас нахер. Дерьмо ссаное. Кто, блядь, эти проклятия придумал? Как, блядь, урна с говном может, блядь, накладывать проклятия? Ёб твою мать. Где нахуй этот, сука, козел, блядь? Не этот. Обоссанец, блядь, вонючий. Видение доспехи, блядь. Как сильный враг. Какой он нахер сильный враг, блин? Говна кусок. Вообще, вот херово, что в этой игре нету политики, дополнительных квестов каких-то, ну, не знаю. Типа, найди, убей мое тело, принеси мои доспехи. Ну, это же так элементарно. Почему? Почему не сделать? А потому что Dark Souls, игра вот не про вот это вот, блядь. Это гринделка, нахуй. Твое дело мобов пидрюхать пачками. Он когда-нибудь взорвется от этого блядского кольца или что? Он может, кстати, замочить Скорпиона. И Скорпион ему сдачи вообще не даст ни разу в этом. Это бич просто... Бич вот этих вот NPC, то что они, блин... Иногда случайно умирают. Как-то раз у меня несколько раз подряд залетела автонаводящаяся магия в ту избушку, где артефекс меняла души на оружие. Она только чудом не сдохла. Так, плащ львиного. Куртка тени, кстати, он. Гаррет, ёпта, из FIF 3. Это с вот этого вороно-мордого урода. Лохмотья заключенного. Стильно, модно, молодежно на дискотеку. А это что, плащ львиного воина? Да, плащ принца-оборванца я бы назвал. Куртка хранителя могил. Ну, это этого тупого
тупого хоккеиста. Не очень интересная херня. Вообще, я тут недавно думал о том, что как броню какого босса мне стоит купить, учитывая, что тяжелую броню я носить не могу, а в средней броне ни одного босса в игре нет, по-моему. Есть, ну вот и нахера они сюда его тело перенесли, я не понимаю. Как бы есть боссы в тяжелой броне, есть боссы в магических лохмотьях, но нету, сука, ни одного босса в легкой. В смысле, в средней броне. Да и в легкой тоже. Нихуя себе, забэкстабил такого великана. Наверное, я теперь король этой игры. Вау. Где бы его шайтан сабли-то взять? Да, на самом деле, бэкстабы эту игру сильно-сильно-сильно облегчают. Можно этих неповоротливых раскладывать просто на орехи. Факел, ну конечно. Так, что это у него? Ёб твою мать, она еще тяжелее. А вот перчаточки полегче, но и брони поменьше. Вообще всего поменьше. Вот поэтому я и был одет как капуста, блядь. Штаны от Гуччи нахер, остальное от Хуючи. Сука. Ой, блядь, да. Да, забавно, забавно. Короче, здесь, походу, из средней брони, кроме, блядь, отлично, отлично, ты еще один тут стоит, блядь. Кроме брони Фраама, которая просто лежит за дверью, в этой игре, походу, ничего приличного из раздела средних доспехов тупо нет. Ну еще плюс черные доспехи дракона, которые в DLC валяются, они еще лучше, чем Фраам. И того мы имеем два средних сета. Насчет легкой брони вообще ничего не знаю. В первой части были классные лохмотья противоогненные, которые находились возле огненного демона. Собственно, атака начиналась, когда ты забирал эти тряпки. И это была, наверное, одна из лучших легких броник, которая позволяла тебе выдерживать огонь. И немножко даже дамаг. В общем, отличная вещь была. А больше ничего припомнить, честно, не могу. Потому что тогда, играя еще в первый Dark Souls, я свято верил, что броня серьезно что-то решает. Грубый камень падает из совсем не грубых, мягкотелых лягушек. Вообще, вот это Орнифекс довольно странный персонаж. С лысым лобком, тощий жопа-то у нее относительно неплохая. Сиськи вообще забыли, и вообще она ворона, блин. Это какая-то нелепость. Главное, чтобы поговорить со скорпионом, надо одевать кольцо, которое позволяет разговаривать с животными. Чтобы поговорить с птицей, это кольцо не нужно. Логика, ёпта. А это что там такое лезет? А, что, у нее один и тот же диалог, что ли? Хм, странно. Ароматная ветвь, еще одна, обалденно. Но я знаю, что лежит в сундуке, который прикрывает жопой окаменевший лев очередной. Там лежит сет льва-шамана, по-моему. Какое-то вообще тупое говно. А, ну, если вы не маг, конечно. Магу может и понравиться. Вот насчет магических доспехов я тоже, конечно, вообще ничего. Никакой информации не имею. Потому что маги в Dark Souls меня как-то не очень заинтересовали. У них какая-то магия не очень зрелищная. А это, считаю, один из важнейших элементов в игре, где есть магия. Она должна быть красивая, она должна внушать. Не, чтобы вот не было как вот в Ризане, блядь. Пукнул холодом, пукнул огнем, блядь, все. Ничего не изменилось. Вообще надо было... Пойду-ка я сначала в Мандулу, наверное, и потрачу души, потому что этот защитник этого сраного натяжного моста, блин, может реально меня вниз катапультировать. В общем, наверное, пока эту часть видео я, пожалуй, вырежу.
Ну что, попытаюсь как с ним сразиться, что ли, надоело каждый раз с него убегать. Более что, я набрал левел, а он, кстати, во фраме бегает, я так смотрю. Непонятно, блядь, каким членом, но двуручным мечом он машет быстрее, чем я вот этим огненной херней своей. Возможно, двуручный меч не так уж и плох, как мне кажется. Плюс тот меч, на который... Дранглика, на который я возлагал надежды, он оказывается точится мерцающим титанитом. Блять, и он опять улетел, сука, пидрила. Может, с него лут какой падает. Говноед, блять, обоссанный. На самом деле, это очень дебильное место, где драться с фантомом просто, блять, дерьмо полное. Я еще ни разу его не убил, чтобы он вниз не ёбнулся, по-моему. Ну и теперь самый мой любимый момент. Битва, блядь, с ебучей колесницей. По умолчанию она начинает с самого дальнего разгон, да? Так, первые пошли. Где ты? А чё скелетов-то не снесло? Почему они не сдохли? Так, где последний? Где-то у этой стенки вроде стоит. Ёб твою мать. Вот он где. Ну говно, блядь, наконец-то. Ждём. Почему скелет стоит без жизни? Пошла в жопу лошадь. Да, атаки у нее, конечно, такие. Беспонтовые. Вот если бы мне скелеты не мешали, когда я первый раз не дрался, я бы с первого раза и забил. На мясо, тварь. Душа колесницы палача, там, по-моему, пика колесницы за эту душу дается. Увядшая душа. Ну и что тут лежит? Увядшая душа. Понятно, такой лут чисто, знаете, отвлечь на то, что ты, как жадный еврей, нагнешься, будешь подбирать эту душу, а тут опа и лошадка с колесницей. Шандарах тебе. Разан другой. То есть чисто отвлекающий маневр этот лут. Лошадь крылья закрыть. Душа отважного воина. Вот самый отважный зацепился за край и висит тут до сих пор. Надеюсь, больше они тут никого не поставили. Чё тут понаписано? Всех одним ударом, стиль мясника. Чё за ересь? Они меня иногда пугают своими надписями. Кстати, а некроманты резнутся, если у костра посидеть? Ну, это ковенант мясника, и в ковенанта мясника правит какое-то маленькое пугало. Не знаю, в чем замес, почему именно оно. Так, а на что я хотел
потратить все свои души. Блять, надо подумать. Итак, вернемся к цитадели Железного Короля. Живописная локация, как обычно, в стиле Dark Souls 2, ни разу не интересная. Примечательно в основном вот этим мостом, на котором, собственно, происходит замесы ПВП и, ага, и вот этими долбанными рыцарями с катанами. А уж с них-то падает часом. Не средняя ли броня? Ну, на тяжелую-то она внешне, но точно никак не похожа. Так, где мой щит, приносящий мне лут? И пропускающий дамаг. Здесь, по-моему, где-то рычаг был, нет? Да ёб твою мать. А, это НПЦ, НПС-фехтовальщица какая-то. Надо. Лучше бы ты флиртовальщица была. Но флиртовальщица ты, видать, не очень, потому что у тебя рога какие-то. Или что это? А, это крылья. А чё я так мало дамага наш нанёс? Эй, подруга, блин, ты... Нихера у неё жизни, как, блядь, у Белаза, ёб твою мать. Десятки тысяч просто у нее, по-моему. Фехтовальца, щица орудует мечом дракона и еще каким-то какой-то шнягой. Похоже на кинжал, в который на манер дьявола, Диабло 2 вставлен фиолетовый камень. Умри, блядь, взорвись, сдохни нахрен. Как можно так долго было ее убивать, блядь. И под конец, да. Скажу я вам, надо было вбивать больше очков выносливость, что-то она вообще никакая. И этот щит на лут у меня тоже ни к голове, ни к жопе. Пропускает дамаг, блин. Как он так быстро поворачивается в мою сторону? Пошел нахрен. И кольцо, блять, это кольцо надо на что-то менять. Оно еще... Блять, один раз из десяти оно взрывается, когда надо, и хоть этим хоть какую-то пользу приносит. Все остальные разы она просто, блин, уже после моей смерти бахает там где-то. Прощальный фейерверк, блять. Взрыв пукана, нахрен моего. Демонстрирует наглядно, как это у меня там происходит. Блять. Она что, из сабли еще и выстрелила? Да ну тебя нахуй, слышь. Фехтовальщица, это какая-то, блядь, охеревшая баба на самом деле. Симулятор ПВП. Да нет таких в ПВП. Они, блин, сука, с одной комбо-атаки все дохнут, потому что никто не прокачивает себе кучу жизней. Вообще, охереть. При этом она еще в юбке дерется. Она не одета в какую-то броню. Такая живучесть просто феноменальная, даже для фантома слишком дохера и жизни не давали. Человеческая фигурка, обалден. Нет бы лут какой хоть с него выпал, там, не знаю, хоть дерьмовенький. А смотрите, я пока ее убивал, меч до половины об нее измочалил, блин, нормально вообще? Вот тут, сука, стоит жесткий фантом на новой игре плюс. Красный вот этот вот самурай. И этих вообще-то два прибегало, да пошел в жопу. А, вот второй. Да, ничего не меняется. У меня лежачих бьют. Да вы смотрите, что вы, вас там что, рожают, что ли, блядь, где-то недалеко. Откуда вы, блядь, прёте-то все такой толпой? И ни хрена из них никакого лута не падает. Раньше у меня от этих... костюмов алонских рыцарей инвентарь трещал, что с них только тут не сыпалось. Сейчас вообще ни хрена. А, по-моему, этот... Зажечь фимиам? Какой фимиам? Давай лучше нюхнем, зажгем. А, по-моему, он продает костюм драконьего всадника, броню, вот. Возможно, после победы над Железным Королем. А вот и, собственно, это или средний, или легкий доспех, не знаю. 6,2, 5,7, средний. А, это, а может, да хуй узнает. Про кольцо проклятого укуса тут давным-давно плюс один выпало. Ага. Это что такое? Знак отлично. Старый деревянный знак гласит отлично. И чё?
Правда, он выглядит радостным. И кому мне эти знаки-то девать? Смотри, тут 4 знака. Может, по разным DLC надо разнести, а хер его знает. Так, ну это мне пока не надо, ничего не надо, все есть. Какие-то странные вещи он торгует. Напишите, кто знает, что за знаки, что это такое. Не оценка же для PvP, ё-моё. Что-то тут не то. Ага. Бляха. Эти привидения меня как-нибудь до инфаркта доведут. Опять ключ-камень. Ёптель. Лучше бы они столько ароматных ветвей наложили, чем ключ-камней своих. А, о! Непонятно, зачем это здесь. Он и так, в принципе, умирает неплохо. Лучше уж ему бэкстап пробить, чем один раз из катапульты в него выстрелить. Да, ну душ с них падает. Ах ты пиздюк, блядь, да что ж такое-то? В темноте нападают темные, блядь, самураи, охеренно. Отлично, блядь. О, боже. Как меня затрахал этот короткий ёбаный мечик. Я жду. А чё я жду-то? Я, блядь, сейчас нахер психану, пойду статы перераспределю. Возьму, как все, деревянную, ой, эту двуручную оглоблю. Может, даже огромную дубину у неё, вроде дамаг побольше. И попробую проходить, как все, с нормальным дрыном, а не с этим, блядь, зубочисткой, сука, настроенный на огонь. Пошел нахер. Если бы этот ссаный меч Дранглика не точился мерцающим титанитом с какого-то хера. Причем мерцающий титанит, он вроде как даже не на плюс 10 и не точит, только на плюс 5. Нахрен он тогда вообще нужен? Да ёб твою мать, да как же вы заебли меня, ёб твой броник, блядь, Деннис. Давай нахуй, отбери у меня, блядь, мои 10 тысяч душ. Иди, чпокни меня. Отлично, блядь, он еще и колдун. Ёб твою мать, да куда уж лучше-то. Еще и бежит моб за мной. А чё, я не понял, знаки... Красные знаки можно юзать даже полом? Да что за хуета-то, блядь? Пиздатя нахуй. Понапихали, блядь, фантомов в DLC сраную кучу. Отсоси, ёпс. А тут главное к нему не подходить сейчас, наверное. У этого, блядь, еще больше жизни, чем у предыдущей дуры. У этого совсем, блядь, много. Или я дамаг уже вообще не наношу этим, блядь. Отлично, блядь. На нахуй, бэкстап тебе мимо. Колдует-то он вообще, блядь, круче, чем Волан-де-Морт, я смотрю. В Гарри Поттере столько магии не было, сколько у него, блядь, в арсенале. Да ёб твою. Как ты заёб, а? Хорошо, дамаг-то у него маленький. Обычно PvP с реальными магами я проигрываю просто, блядь, в никакущую. Их невозможно убить воином, мне иногда кажется. Человеческая фигурка, басац. Нахер мне за человеческую фигурку такие побоища, блядь. Я отказываюсь. О, что-то выпало. Наручи анального ры... О, пацаны подтянулись. Сразу два. Ёб ты, радость какая. Ну, давай, касатики, кто первый? Что радует, так это то, что этот маленький мечик может очень много раз махнуть перед тем, как кончится выносливость. Ну, я могу примерить свои новые перчатки, а? Пока их нет. Вангарль, чё? Ага, это тяжелые.
Алонского рыцаря, блять, тоже тяжелые. Причем дают херню какую. Ну кто будет носить перчатки, которые дают 69 брони, ёпта, если есть перчатки, которые 83 и 80. Вон, Вангарала этого, 80 брони дают, а весят меньше, ёпта. Как они, блядь, эту игру сочиняли? Вот нахуя мне вот носить, блядь. Смысл где-то рядом. А, ну они, да, вы скажете, они больше чего-то другого могут давать там. Только если ты надеваешь броню, я думаю, что тебе кроме брони ничего не надо от нее. Устойчивость к огню, да-да-да-да. Есть же все это. А, в этот раз ты, бля, решил как мужик драться, блядь. Лицом к лицу, а не членом к моей жопе. Нормалек. И тут начинаются эти, сука, пидорские лучники. Это вообще, блядь, сука, самый анальный моб в этой игре. Там еще один, да? Хуй они слезут. Вниз, блядь. Раньше сзади еще стрелы прилетали. Сейчас что-то погуманнее стало, я смотрю. О, что, перестреливаться с ним будешь? И свои, блядь, Да ёб твою ж ты нахрен, что тут происходит-то на этой карте, блядь? Дайте ебалам пощелкать по сторонам, господи. Вон там скелет, кстати, какой-то с лутом в жопе лежит. Далековато, падла, не знаю, как туда лезть. По ноже анального рыцаря. Ну, может, по ноже хотя бы мне... подойдут. Нет, скорее всего, нет. 9,8, ёпты. Снова смотрите, по ноже дранглика весят меньше брони, больше, блять. А, от огня. У этих. А, я понял. С это анального рыцаря он антиогненный. Он специально, чтобы в этих шмотках пройти именно вот этот конкретный уровень. Да, или скакать в трусах и уворачиваться. А, я понял, здесь прикол. Они не дадут мне, да, ничего нажать? Да, давайте уберем из игры луки, а чё ж нет? 34 дамага? Отлично. Ебите меня, семеро. Хуже был только в первом дарке момент, где... заебал, бля. Где в церкви на тебя на два лучника по тебе в церкви стреляли, короче, на узкой дорожке, тем самым тебя просто скидывая в пропасть. Ой, блядь. Ну и чего, вот как без ядовитых стрел их убивать быстро из вот этого, блядь, дерьмового лука. Кровоточащие стрелы, что они же все равно эффект на него не повесят, они вообще нахуй не нужны, кровоточащие стрелы, господи, какая ересь, если они не действуют по тому же типу, что действуют ядовитые стрелы. Почему я меньше дамага стал наносить, чуть не врубаюсь. 34, а этой стрелой 34. И этой стрелой 3-4, и той стрелой 3-4. И у этой стрелы эффекта никакого нету, и у той никакого нету. Нахуй я платить больше? А, подождите, так к этому залезть можно. Ты, блядь. Я уже иду за твоей жопой, блядь. Я надеюсь, ты съебался от меня подальше, потому что сейчас она будет порвана. А, вот все-таки теперь ты решил меч свой достать, да? Писюха, блядь. Ай, и снова наручи. А что-нибудь разное из них может падать? Блять, он такое ощущение, что он стреляет огромными копьями, блять, а не стрелами. Быстрее крышку открывай. На тебе нахуй, блять, в пердалище за то, что такой олень, блять. Реально, это огромная пика пролетает, которой я вооружиться могу, блять, и дракона ей убить. Блять, на рыцарском турнире такие брали.
Так и сдох с луком в руках. Опять наручи. Блять, сука, из-под этих рукоблудов вообще что-нибудь другое вытащить. Реально, мне луки падали иногда бывало. Наручи. В принципе, мне мой персонаж, если, блядь, наденет эти доспехи, у него сразу грыжа, блядь, появится, потому что нихуя не прокачан на вес. А, я рассчитывал просто на кольцо дракона, а теперь у меня нихера нет. Блин, меч сейчас сломается. Да, да, здесь, я помню, здесь я долго на новой игре плюс убивал этого босса. Хуительно, а чё? Чё-то я не понял. Вот, и бегал к этому боссу постоянно здесь, мимо этих, бля, лучников и рыцарей. И постоянно мое оружие об них просто было раздолбано уже к тому времени, когда я подходил к боссу. Блять, их тут просто очень дохера. И они... Они типа железные, об них пушка быстро ломается. Типа, логика. Да ёб твою мать, еще один стоит. И к тому вот не залезть, кстати. И еще один стоит. И еще один стоит. И еще один стоит. И еще один стоит. Внизу, блядь. Блядь. О, блядь. И еще один. И еще один. И еще один, блядь. Ай, пошли вы нахуй, я сам, блядь. Я сам убьюсь. Нет, я жив какого-то. О, еще один, давай. Конечно. Блять, одним больше, одним меньше. Какая нахуй разница? Оу. Ты-то как перепрыгнул, а? Че это, я не сдохну, что ли? Как не сдохнул лучник. Да чё, кнопка на мосту или что это такое? Пиндюль какая-то выпирает. Так, туда мне никак, туда мне никак. А тут этот... Сучий потрохан, блядь. Дождите-ка, где мои порошки-починки? Они, сука, дорогие, я их трачу, блядь, наугад. Не знаю, не умру ли я, блядь, через минуту. Причем в голову, в яйца, блядь, куда угодно может стрелять. Подождите, у меня же есть арбалет какой-то. О, блядь, отравленные стрелы, ебать. Кажется, я сегодня уйду отсюда живым. Приболей, сука. Чего? На, приболей, сука. Хорошо. Идет. Так, в принципе, надо бы поэкономить, потому что там еще надо двух гигантов внизу будет убивать. Вот у меня есть арбалет плюс 3. Охерительная вещь, я считаю. Тем, что на арбалет и аж целых плюс 3. И я с арбалета в этой игре, честно клянусь, ни разу вообще не стрелял. Думаю, принцип тот же, но дольше. А где эта куча рыцарей-то? Еблонавтов, бля. А куда они все делись? Рыцари! Тут, кстати, если печь не выключить, по-моему, железный бык этот, который тут сейчас боссом будет, он станет сильнее. Он что-то там сможет делать, какую-то херню. Закаливать меч в себе или что-то типа того. Или я что-то путаю. Что здесь-то? Это выключит плавильню или я дверь открою? Непонятного эффекта действия. А, или отсюда будет вообще не уйти, если сейчас я это не выключил. На новой игре плюс тут, кстати, по-моему, черепаха красная вторгалась или стояла. Окаменевшая кость дракона. О, вот это, понимаю, трупешник. Мечта мародера.
По-моему, я слышу, как где-то бегает рыцарь очередной. А, во. Ну-ка, дай-ка я с арбалета-то втащу тебя. О, 117. Звук, правда, какой-то дрищущий немножко. Как из советского пистолета, который присосками стрелял. Там пружина с похожим звуком, блядь, распрямлялась. Присоски к колбу, кстати, ни хрена не липли, как в рекламках во всяких. Зато можно в глаз попасть. А куда? Куда-то. За душу какого-нибудь босса можно арбалет справить? Я знаю, лук там вроде был. На, отлично. Круто. Я их просто боюсь, они, блядь, страшные какие-то звери. Так, костер, сука, за боссом. Босс меня, естественно, замочит. Там вот лежал уголь для заточки оружия в прошлый раз. Чё там сейчас лежит? О-о-о-о. Рыцари ебашутся. И двойной вандал. Смотрите, как они синхронно сдохли. Я ставлю 10. Что тут? Что-нибудь открывается? Нет? Что тут? Тупик-то тут. Туда прыгнуть не вопрос. Можно. Ну а, блядь, а как оттуда? А, оттуда путь наверх, да. Да-да-да. Блядь, сейчас не допрыгну и пиздец. Мир погибнет, потому что взорвется моя жопа. Блять, геройский прыжок, просто геройский. Окаменевшая кость дракона. Ёпта. Окаменевшая кость со скелета, надо было написать. Сука, глупость долбаная. Но вот раньше, да, вот уголь, кстати, в принципе, это они еще гуманно положили для затачивания пушек. То, что он здесь был, в принципе, на видном месте. Потому что в первой части с заточками на зачаровывание я так вообще до сих пор не знаю, как это что делается. Плюс за душу босса, чтобы пушку сделать, надо сначала ее на плюс 10 напидорить. Там просто невероятное было что-то выдумано с этим всем. Цвайха. А, вот этот любимый меч всех, всех, всех вообще. Всех-всех-всех, я не случайно три раза сказал. Цвайхандер, я с ним ни разу не играл, но слышал про него постоянно, что Цвай надо резать, Цвай надо резать. Чё резать? Где он, блин? Это же меч какой-то. О, вот он. 180. И чё? Он дранглик, блядь, тоже 180. Если это, в принципе, они одинаковые. Только дранглик весит, как ни хрена. Цвай весит. Резкий удар, выпад. Большой. А, Цвайхандер великий двуручный меч, который весит всего 12 килограмм. Или сколько там? Да. Размашисто лупит, хер поспоришь. Можно сразу толпу им ушатывать. Может, с Цваем побегать. Ну и здесь, конечно, вот это абсолютно бесполезное дерьмо, которое просто оно наблюет сейчас сюда лавой, по-моему, да? А, или водой. А, водой. А зачем здесь вода? А вода здесь, чтобы по огню бегать и лут собирать. Не такая уж и бесполезная, кстати, вещь. Возможно, там лежит что-то классное, я никогда туда не бегал. Но я считаю, что надо проверить. Это баня такая местная, сауна. Вроде там ничего такого интересного не лежало. Так, а если я сюда запрыгну и заберу его сокровище? Я мудак. Ёб твою мать! Ай, дерьмо, блядь, ослиное, сука.